Всем привет! Сегодня приправа клуб готовит салат с перепелиными яйцами. И первое, что нам нужно сделать, это разобраться с шампиньонами. Их я уже промыла и очистила. Теперь нарезаем пластинками. Теперь грибы обжариваем на растительном масле. Пока грибы обжариваются, отвариваем перепелиные яйца. Переочищаем перепелиные яйца и разрезаем на половинки. Промываем и высушиваем салат, разрезаем его на крупные кусочки, выкладываем на тарелку. Теперь выкладываем грибы. Яйца, помидоры черри, немного присаливаем, добавляем черный молотый перец и масло, в идеале оливковое. При желании сверху можно потереть сыр или цедру лимона. Мне же остается пожелать вам приятного аппетита!